Привет, мои хорошие подписчики! С вами канал Артмания. Посмотрите, какая красота! Это как раз тот сквер, где мы с Димой гуляли по осени. Здесь шумит дорога, но поют птицы. Не знаю, видимо, вам не будет слышно. Знала бы, я другую камеру взяла. Она хорошо записывает птицы. Кстати, голубя. Вот. Голубь пытается привлечь внимание голубушки. А там еще сидят. Вот он перед ней выкрасовывается. Мол, посмотри, какой я красивый, пухленький, какая у меня грудка. Соглашайся. Вот посмотри на меня еще разок. Она сидит, да ну не знаю, что там, ты не нравишься, худой какой-то. Ешь мало, наверное. Это, наверное, очередь уже прецедента. А он ей, посмотри еще разок. Видишь, какой я? Да ну нет, я не собираюсь замуж выходить. Сейчас он ее прогонит в итоге. Она на него даже внимания не обращает. Поет, он напевает, показывает себя со всех сторон. Что тут очередь? Я тоже хочу. Давай побыстрее, мы тоже. Очередь вон 4. Смотрите, как маленький шалаш. Это, видимо, елка сломалась или согнулась, непонятно. Для детей это прям самое, наверное, классное место, где можно сесть, поесть какие-нибудь бутербродики. Она еще такая снегом присыпана красиво. Как маленькая норка. Я любила в детстве прятаться под такими. Она так растет. Это маленькая елочка такая. Интересная, какая красивая, посмотрите. Под ней прям я бы села, наверное, и жила бы. Какой-нибудь лисичка, если бы я была. Фотографироваться хорошо под ней.
какие там елочки красивые. Вот он наш с вами фонтан. Там областная библиотека. Дом большой. Там виднеется памятник ракете. Сейчас мы его увидим. Вот она, ракета. Представляете, там есть люди, которые приходят со своим мусорным пакетом и весь мусор раскладывают по другим мешкам. Баночки, тюбики, жестяные баночки, стеклянные баночки. Первый раз такое вижу. Картонки. Круто. Какая красота, посмотрите. С вами были здесь осенью. Было все желтенькое, зелененькое. А теперь одни елочки. Зеленые. Хотя они кажутся, кстати, черными какими-то. Темно-зелеными. Какие ели. Здесь у нас архив. Ой, на улице у нас так тепло, так классно вообще. Я даже немножко запарилась, когда шла быстрым шагом. Ну, не быстрым, как обычно. Но уже в местах, местами тает. В некоторых местах каша образуется. И уже просто боишься промочить ноги. Здесь у нас памятник. Ой, так хорошо, когда гуляешь одна, когда не надо ребенка тащить за руку и на коляске везти. Он с коляски уже не хочет сидеть. Раскачивается, расшатывает коляску. Куда хочешь, туда и можешь пойти. Хочешь, остановись. Хочешь, какая толпа людей. Автобус, что ли, приехал, а это школьники. У нас туман, оказывается. Как он красивое здание уходит в небеса. И здесь тоже туман. Какая красота, посмотрите. Какая арка. Красивая. Летом она еще красивее. А если там еще вырастет виноград с какими-нибудь цветами еще.